Как видишь. Серьезно? Серьезно. Можно войти? Ни в коем случае. Ты уезжаешь? Да. Хочешь пить? Кажется, есть минералка. Так, черная водолазка. Главное, не забыть водолазку. Я помню. Вы приехали к нам в воскресенье. Мама встретила Макса. Это был вулкан. Они смеялись и не могли наговориться. А твои родители держались за руку. Удивительно в таком возрасте. Мои никогда не держались за руку. Я больше не видела их вместе. Была совсем маленькая. Теперь ботинки. Я вечно забываю ботинки. А ты? Однажды ты рассказал мне про своего деда. Ты сказал, он живет в горах, вот возьму и уеду к нему. Меня как током ударило. Ты стал моим принцем. Сэм, что? Ты случайно сняла свитерок. Думаю, что под ним майка, но ошиблась. Сэм, вылезай из моей кровати. Я неуживчивый эгоист, обожаю футбол. Вдруг сорвался в горы, как говорится, вышел за сигаретами и не вернулся. Ты куришь? Нет, одевайся живо. Не буду. Нет. Но почему сегодня? Потому что ты мой принц. Целоваться умеешь? Черт возьми. Уходи, прошу тебя. Если хочешь знать, ты некрасивая и толстая. Вот дурак. Ты не толстая. Знаю. Ну, чуть-чуть.